Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Cube Escape Paradox. Надо бы нам ее, наверное, уже заканчивать, а то мы как-то уже затянули. Так, в прошлой серии мы остановились на том, что у нас вроде как мы кассету, да, нашли от этого плеера. И заиграла очень такая громкая противная музыка. Вот она, пожалуйста. А что-нибудь могу еще сделать? Я могу вытащить, не хочу. А что с тобой делать-то? На кой хрен? А это что такое? Чё так противно-то, слышь? Не показалось или нет? Чё за хрень за это? Мне, по-моему, показалось. По-моему, там кто-то птичий это был. Ну-ка, ворона, где у нас? А, как будто птичья трель такая, что ли, была. Где ворона? А, ты у нас... Ага. Ага. Хорош, подожди, ты куда? А я думал, ворона это. А, стой, нашел. Стопэ. Вот она. А... Дамочка. Джонсон. А, мы вернулись к тому, с чего все начиналось, яйцо Харви. Кто такой Харви? И зачем вам его яйцо? А, ну да, это, наверное, ты, да? Ладно, я понял. Так, а что значит Джонсон? Сейчас я там извилин у меня пошевеляться, включится что-то. А, недельку не снимал его, так что-то как-то это... Не работает у меня голова. Джонсон. А у нас же это остался, ну-ка... Тут-то вряд ли что-то есть, да. Это мы все сделали. Да. Это Эйтландер какой-то. А тут вряд ли тоже что-то есть. В принципе, мы тут заполнили вообще все. Хорошо. Что у нас осталось? Какой Джонсон? Картина? Нет. Ты? Нет, есть такая мысль в справочник глянуть. Зякнуть Джонсону, наверное. У меня, в принципе, мысль-то это сразу появилась, но что-то как-то... Вот он, Джонсон, точно. 5-4-2-5-3. 5-4-2-5-3. Так, хорошо. А, 5-4-2-5. Тари. Давай, вот точно. Алло, карманный птиц Джонсон. Вы продаете корм для попугаев? Yes, we do. Да, продаем. Доставка. Yes, we deliver. Да, с доставкой. А, доставьте корм для попугаев на Ржавое озеро, пожалуйста. А я с кого перепуга-то? В будущем доставим. Спасибо. А я с кого перепуга, попугай? Я-то этого закормил вообще, что такое птичий корм. А, уже что ли? А, вот так вот быстро. Я думал, в будущее надо перемещаться, нет? А, хорошо. Яйка попугая получили мы. А для чего нам нужно? Как-то оно... Не сильно однозначно. А где мы первый раз взяли яйцо попугая? По-моему, в настоящем это было. Ну-ка. На, вот какой-нибудь вот этот мозг поставь. А, ну да, мы вот в будущем и были, видимо. Не, подожди, вытащи обратно. Вот. А, ну-ка. На. А, работает что ли? Хорош. Ха! Вылупилось чудо! Блестящее! О, давай! I cannot think. Я не могу думать. На. I cannot think. На. На. Думай! Хорош! Попугай, блин! Дейл, мы встретимся. Finding your corrupted soul. Ой, твоего плеча, твоей искалеченной души. Деревянный куб. О, давай еще что-то там. А, вам мозги надо всем. Да, в смысле, подожди, поставить на место, на. Ага. Точно, помните, в книжке было, типа, прошлое, настоящее, будущее, что-то такое, вот она. И вот эти значки были, вон на чём, Михалыч. Когда-то я был человеком, как ты. Сейчас ты кто? Нужно было принести великую жертву, чтобы стать чем-то еще. Я человеком, что ли, плохо быть? А, на! Куда ты полез? Стой!
Подожди, я ему хотел скальп снять вместе с черепушкой, блин. Ладно. О, кубик вижу. А вы общительная рыба? Мое время ограничено, Дейл. Мне нужен преемник, правитель озера. О, так ты главрыба, что ли? Дейл, продолжай свое путешествие. И встретись со своей искалеченной душой. Окей. Стеклянный куб. А куда это мы ломанулись? У меня такое ощущение, что это будет очень короткая серия. Потому что если нас уже отправлять куда подальше... А, это, наверное, сюда, да? Так, сначала дали вот это. Точно. Ну, пройти-то мы ее должны, даже если она будет... Ну, 5 минут она уже, конечно, не будет, она уже 6. Ну что-то, у меня такое ощущение, что это уже конец. Чувак. Ты что голову-то спрятал? Черепаха, что ли? Ладно, давайте оглянемся, что ли. Ага, я так понимаю, мы уже больше никуда не денемся. Где-то было, вот тут, по-моему, было. Где-то. Где же это было-то, а? Надпись-то, помните? Прошлое, настоящее, будущее. А, вот, ай, стой, открылось, нифига себе, я так внезапно схватил, аж испугался. На. Пей! Красный флакон выпили, теперь, наверное, синий, наверное, конец будет на этом, или как? Ага. А вот нефиг было всякую дрянь пить. И? Все? А, ух ты, ничего себе. А это мы где-то какой-то лес, да? А наверх смотреть не могу. Дверь. Баб. Опа, олень! Стопы. Олень. Что с тобой делать, олень? Вот сюда, уйди. Не нравится мне. Вот так вот, мне больше нравится. Ладно, давайте глазок глянем. Олень. Блин, одни олени вокруг. А, во! Нормально. Олень кого-то повесил. Зачем? А это, надо полагать, люди в черном, да? Опа! Вывалилось! Нифига себе! А... Это довольно сильная бабочка оказалась. Такой ключ искать. Ох, ёшкин кот, а куда нам идти-то? Нам сейчас опять надо, походу, карту искать какую-то. Блин. Ну, давайте поищем, что теперь. А, ну вон, стрелочки какие-то были, точно. Там какая-то стрелочка. Правда, это одна стрелочка была. А в смысле назад? В смысле? Че, реально, что ли, назад? Нет, я назад не хочу. Ну, типа, да, типа тупик. А больше некуда? Ладно, давайте тогда идем. А, вот, вон на стрелочка, что? Во! По стрелочкам идем, наверное. В смысле назад опять? А я вперед хочу. Чего там сзади-то я не видел? Ага. Вот меня немножко напрягает, что тут шаги такие вокруг меня, блин. Сейчас какая-нибудь скотина вылезет. Сюда, наверное. А, вот, да, назад. Ну, давайте-то я сюда. Тихо, вороны где? Раскрякались. И что? Что не так? Стрелочка поменялась? Стрелочка не поменялась. Хорошо. Наверное, сюда. Да нет, назад рисуют. А, ну в принципе логично, да. Надо было не вперед, а вот тут, наверное, назад надо было идти. Ну, вот, все верно. Ага. А дальше куда? Все верно, идем, хорошо. А тут какой-нибудь будет скример? Ну так, чисто поржать. Мне бы карту, честно говоря. Опа, нашли что-то. Налево, хорош. Следы какие-то нашли, кровяные. Да, олень, убийца который. По-любому он оставил. Ох ты, он обухался-то. Ой, бухарик, что это такое, это карта.
Ну, в принципе, карта почти та же самая. А может, даже та же самая. А у тебя что-нибудь еще есть, нет, мужик? А в смысле, подожди-ка, а это не мы ли там померли-то, слышь? Да нет, вообще-то мы вышли отсюда. Ладно, нам куда? Давайте попробуем вот до этого икса дойти. Так, наверх. Налево, наверх. Хорошо, налево, наверх, направо. Опа, здорово, ты убийца. You know what to do. Ты знаешь, что делать. Да не, вот не надо, его сейчас скрывать, это же типа я вроде, нет? На. В смысле? Ладно. Ну, видимо, возвращаемся к мужику. Скорее всего, мозг надо вытащить и у него, я так понимаю, или где? Ой, бежит! Смотрите-ка. А в смысле, а как мне туда бежать-то? У меня тупики. Так, он не успел добежать просто. Да, ну, видимо, сюда. Во-во-во-во, догоняй скотину. Врёшь, от енота не уйдёшь. А, я, наверное, зря сделал. Вон налево, да? Точно. Налево. А больше особо идти некуда. Всё, мы его в ловушку загнали, по идее. Сюда, и вон он. О-о-о, бежит. А что у тебя с мордой лица? На! Обними свою искалеченную душу. Ага. Слышь, не буду тебя обнимать. Ты страшный. Подожди-ка, а что не так? Опа. А, ну да. Так, это нам куда ведет? Это сюда. Понял. Поехали. Назад. На куда? Далеко, да, ушел? Да, далеко ушел. Вперед, направо. Вперед, направо. Сюда. И где-то, наверное, вот тут. Ох ты, ничего себе. Опа, хорошо. Статуэтку нашли. А для чего вот эти дырки? Нет, да? А я так понимаю, это, наверное, опять нужно хренову тучу статуэток найти. Ну, давайте сюда. Направо, вверх и направо. Что-то они тут с этими статуэтками прям шахматисты, а? Клуб Каспарова какой-то. Ой, опять перебежал. А вниз, вправо. А тут есть статуэтка где-нибудь? А, ну, в принципе, да. Я тебя могу снять как-нибудь, нет? Не могу. Мне показалось, ли тут кто-то был? А, о, олень, я же говорю, был. А где он теперь? Во-во-во-во, побежал. Это на реакция. Так, он, по-моему, не успел добежать. А, кстати говоря, возможно, вот так вот. Да. Он бежит, так а что вправо? Мне некуда вправо. Я влево там не уйду никуда. Ну ладно. Реакция годами в Counter-Strike наточенная. Правда, уже никакой реакции не осталось, но все равно. Я не знаю, давайте опять направо. Нет, он уже бежит от него. Щимит, блин. Наверное, тогда вниз. Логично было бы. Влево. Олень бежит вправо. Значит, нам еще вниз. Вправо. Олень бежит вправо. Значит, нам вправо. Еще правее. Ага, правее никуда. Окей. Ты, бляха, спортсмен какой. Олени тут нету. Сюда? Да, ага, а я сюда могу? А, могу. Так, в смысле, мы же там были уже. Ворона! Олени не видел, а? Тут пробегал такой, должен был рогами о ветки зацепиться. Как он так вообще быстро бегает по лесу? С его-то рогами. Хорош. Ну, видимо... Так, он бежал направо. О, стоит! На. Так это было, подождите. Мы просто не были. А оно еще с прошлой серии стоит. Не серии, в смысле, а с прошлой главы. Во-во-во, бежит. Засранец такой. Ага, он туда убежал. Все, понял. Он реально какой-то спортсмен, я смотрю. А че, далеко-то? Вот сюда. Как нет? Как нет-то?
А, надо было походу назад. Значит, олень бежал вообще назад. Направо и назад, точно, все верно. Вот. Вот сюда надо, да, наверное? И вот сюда. Ну! Стоит! Ты чё голову-то напялил? Ай, стой, подожди, сатой словно душу, что ты сказал? Бляха-муха, я так и не был, он что-то сказал. Ты зачем голову оленю оторвал? Ты её хоть помыл, нет? Изнутри-то. Ладно. Ага. Сюда. 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 Так, а у нас есть уже 3 статуэтки. В принципе, я так понимаю, наверное, все. В тот раз вроде нужно было 3. Давайте попробуем. Ну да, все, нам тут особо идти-то некуда. В том загодке мы были, все, поехали вперед. Да, во, отлично. На, на, на. Свобода! Да? Ну, наверное, да. Вон о чем Михалыч-то, а? Нифига замутили, красавчики. Лабысь. То есть это типа мы ее сами же убили в прошлом. Не. Вставай, мужик. Где я? Да опять что ли? Опа! Был ли я здесь раньше? Ага. Она здесь. А, в смысле? А, смотрите фильм. Давайте фильм посмотрим. А, видимо, не посмотрим. Да, видимо, не посмотрим. Ну ладно. Ну что ж, ребят, на этом все. Мы прошли же, да? Да, мы прошли эту игрушку. В принципе, игрушка прикольная. Так, для разнообразия. Можно было какую-нибудь головоломочку, то давненько что-то мы ее не проходили, никаких головоломок. А, сейчас следующий у нас будем проходить Breeze Edge. Надо ее допроходить тоже. Вот, а там посмотрим, во что будем играть, может что-то интересное выйдет к тому времени, Fallout вроде как обещали, но правда в ноябре будет, а у нас сегодня октябрь. Вот, в общем, ладно, посмотрим. В общем, если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и заходите в паблик ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.